Питеркит 2015 стартовал. Церемония открытия юбилейного международного фестиваля студенческого кино прошла в концертном зале Института кино и телевидения. Как и полагает формат, сначала обязательно в программе гостей стоял проход по красной ковровой дорожке. Актеров, политиков и звезд фестиваля, сегодня это участники, встречали бурными аплодисментами. В этот раз конкурсанты прибыли из 14 стран. Организаторы декларировали о рекордном количестве конкурсных работ, из которых пришлось выбрать порядка 100 лучших. Питеркит в северной столице проводят уже в 15-й раз. Из межвузовского конкурса он перерос в настоящее событие для киноиндустрии. Гости церемонии уверены, для студентов-участников это отличный старт их карьеры на большом экране. Как мне кажется, что даже мастера, настоящие мэтры этого дела, какое количество работ бы они ни произвели, какие бы свои работы они ни считали лучшими, они обязательно помнят свой первый фильм, свою первую работу. И мне кажется, что фестиваль, юбилейный, 15-й фестиваль, прежде всего ценен именно этим. На церемонии были зачитаны обращения от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и министра культуры Владимира Мединского. Конкурсанты будут соревноваться в 9 номинациях. На суд жюри они представили работы самых разных жанров – документальное, игровое и даже анимационное кино. Несмотря на то, что для многих участников это лишь старт карьеры, они уже могут похвастать завидным актерским составом. Так, например, в работе молодого режиссера Николая Катиша «Самый лучший сотрудник» одну из ролей сыграла актриса, депутат Законодательного собрания Петербурга Анастасия. Они такие талантливые, что они настолько лучше нас, нашего поколения. Они действительно, вот все, что я с ребятами разговариваю, мы так не могли, нам в голову не могли прийти те удивительные вещи от каких-то благотворительных общественных до профессиональных. Да, у тебя в чем-то нет опыта, но у тебя есть уверенность, что твои педагоги рядом. И они правильно тебя научили. И надо стараться до тех пор, пока не получится. Оценивать работы новичков в отрасли будут настоящие корифеи индустрии. Председатель жюри, сценарист, кинорежиссер и народный артист России Владимир Хатиненко. Именно с его работы «Наследники» и стартовал фестиваль. Победители в номинациях, кроме прочего, получат и путевку на большой экран. Их работы покажут перед просмотром прокатных лент в кинотеатрах.